Главными зрителями и участниками праздника стали юные адлерцы. В церковно-приходской школе храма ребят поздравили и с Новым годом, и Рождеством Христовым. От Рождества Христова и до крещенского сочельника, до 18 числа, идут святки. То есть отменяются посты в среду и пятницу, люди радуются. В эти дни мы тоже проводим и свою елку для воскресной школы, воспитанников нашей воскресной школы, ну и для всех, кто приходит в храм. Ребята читали стихи, пели песни, в том числе и на духовную тематику. Вместе с воспитанниками воскресной школы свое творчество демонстрировал и уже именитый творческий коллектив хор «Золотой ларец», который стал серебряным призером всемирных хоровых игр в Сочи. Хочу пожелать нашим деткам, которые принимали участие сегодня в празднике, может быть, кто-то в первый раз, чтобы они, кто-то из них пришел в церковно-приходскую школу и стал ее воспитанником, и учился и петь, и стихи читать. Чтобы наши детки пришли и в районный дом культуры, и там стали заниматься. Мы их сегодня пригласили, двери для всех открыты, мы ждем их к себе в гости.